На улице Школьная в городе Фрязино открылся продуктовый дискаунтер «Да». В наше время мы сталкиваемся с изобилием продуктовых торговых рядов, и с каждым днем их становится все больше и больше. Поэтому выбирать магазин нужно особенно тщательно. Мы открывались с тем условием, что у нас будет предоставлена широкая линейка товара с наименьшей наценкой, которая достигается путем именно производства своего бренда, потом минимизированием непосредственно товара через другие руки, то есть поставщиков, а далее мы это минимизировали цену на логистике. Дискаунтер, то есть магазин с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных, да, предлагает совершенно новый для России формат, который гарантирует покупателям лучшее сочетание цены и качества. За счет чего это достигается? Благодаря эффективной организации труда и бизнес-процессов, а также внедрению новейших технологий, проверенных на рынках стран Западной Европы. Да, это современные, просторные и удобные дискаунтеры с широкими торговыми аллеями, интуитивно понятной навигацией и эргономичной выкладкой. Покупателям предлагают тщательно подобранный ассортимент, включающий самые любимые бренды, а также лучшие товары под собственными торговыми марками сети «Да». В нашей сети присутствует наш собственный бренд. Это составляет 70% из всего ассортимента нашего товара. Что это дает покупателю? Покупателю это дает выгоду в цене и непосредственно контроль качества. Здесь дешевле. Те же самые окорочка и бедрышки в бренде. Вон, все на витрине, все видно. И в общем диапазон большой, хороший. Сразу при входе манит знакомый с детства вкус теплого хлеба, гордость магазина, собственная пекарня. Многие посетители оценили и широкий ассортимент мясной продукции, отметив приемлемые цены. Приятно в такие магазины заходить. Очень хорошая выпечка. Мы все время теперь заходим, берем выпечку. Мясные изделия очень дешевые. Причем очень хорошего качества. Скидки хорошие, мясо хорошее. А что вы здесь обычно покупаете? Мясо. Ну, вообще все, как бы, в принципе. Ну, нравится мясо, цена нравится. В дискаунтере действительно есть все, что составляет повседневную потребительскую корзину. Очень понравилось. Доступные цены, продукты хорошие, свежие. Все понравилось. Кстати, открывшийся во Фрязино дискаунтер «Да» не первый. Еще один расположился по адресу улица Горького, 10А. Также вас всегда будут рады видеть в магазинах сети в Щелково по адресам Центральная, 71 и Заводская, 16. Дарья Соснегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».